возвращаемся с осени. Мика, тебе будем скучать. У нас саду красивая. Будем прощаться с осенью. Мы будем скучать по твоим разноцветным листьям. Мы ждем тебя в следующем году. Мы будем ждать твоих вкусных фруктов и овощах. Ждать тебя с нетерпением. С нетерпением. Мы будем скучать по твоим красивым растениям. Отлично. Пожалуйста, а сейчас вы находитесь в нашем красивом осеннем саду. И, пожалуйста, скажите мне, вот что вы сейчас здесь видите? Как изменилась природа? Мы здесь видим листья разноцветные. А погода какая? Холодная погода. Так. Снег падает. Да, уже снег идет. Вот, вы можете мне сказать, небо, вот все посмотрели на небо. Как вы думаете, небо оно какое? Белое. Грустное? Но оно грустное или веселое небо? Веселое. Веселое? Разве веселое? Нет, ведь, грустное. Почему грустное? Потому что осень обиделась. Потому что закончилось ее царство, и завтра уже у нас что? Зима, декабрь. Пожалуйста, сейчас мы с вами соберем сухие листья, из которых мы с вами приготовим. Для мамочки. Да, из сухих листьев? Нет. Мы с вами сделаем очень интересную работу. Пожалуйста. Так, давайте. На память. Хорошо. Собрали все листья. Прекрасно. Какие цвета. Мы осень, как ее еще и называем? Мы называем осенью... Я нашла листья, как осень. Правильно. У меня листья разноцветные. Красный, оранжево-желтый, желтый и зелено-желтый и бордовый. Прекрасно. Я делаю для мамочки букет. Отлично.